Привет, вы на канале «Любимая кухня». Сегодня собираю торт на день рождения моей дочери. Главное пожелание дочери, чтобы не было крем-чиза или масляного крема. Все ссылки на подробные видеорецепты я оставлю в описании. Я приготовила йогуртовый крем. Нежный, легкий, освежающий. Еще много эпитетов можно назвать, чтобы описать этот крем. Такой крем отлично сочетается с ягодами и фруктами, но главное, чтобы начинка не была жидкой. Еще один момент. Этот крем не подходит для выравнивания, а только для прослойки. Украшаю картинкой из аниме, я нарисовала ее на мастике и парусами из рисовой бумаги. Пока-пока!